Всем привет! Разработчики много трудились над несколькими крупными оптимизациями следующей версии, так что давайте посмотрим на плоды их трудов. Вы когда-нибудь промахивались навыком, потому что индикатор не показывал область эффекта полностью? Это в прошлом. Мы добавили дополнительные индикаторы для навыков некоторых героев, и теперь будет четко видно, куда попадет эффект навыка. Мы также оптимизировали индикаторы определенных навыков, сделав их более четкими и заметными. Пора показать всем идеальное комбо! Мы знаем, что многие игроки ждали улучшений процесса игры за стрелков. И для этого мы оптимизировали анимации восстановления атаки героев-стрелков, чтобы базовые атаки стали плавнее и улучшился процесс кайта. Еще один нюанс, на который иногда не обращают внимания, это отзывчивость движений. В этой версии мы переработали логику, чтобы сделать движение героя более отзывчивым. Это должно сделать такие действия, как прерывистое передвижение, более плавными. Наконец, поговорим о проблемах входа. Мы знаем, что процесс входа был неудобен игрокам на низкопроизводительных устройствах и подготовили решение проблемы. Мы переработали процесс входа и оптимизировали код, чтобы сделать его быстрее. А еще снизили количество загружаемых данных и способ загрузки, чтобы снизить частоту ошибок. Надеемся, что все игроки оценят оптимизации в новой версии. До скорых встреч на землях рассвета!